производит у нас террорист, короче, в корпусе. У нас, прикинь, сколько там машин? Да там машин. Короче, очень много винтов, скорость. Такие учения скорая стоят. Все на улице. Короче, смотрите, мусора стоят, перестреливаются с кем-то там. Сколько? 4 экипажа. Плюс ППСники. Вон они за машинами прячутся с пистолетами. Что, все? В магазине здесь спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул с кабинета, в котором он первый раз выстрелил. Охрана пропустила, она забежала на пост охраны, говорит, вызывайте полицию, потом забежала к нам и быстро в 112, короче, начал забыл первым, я в шоке. Охранник пропустил его, просто пропустил. То есть он зашел с оружием, в коридоре его собрал. И зашел с оружием в кабинет. Спокойно, вообще абсолютно беспрепятственно. Ну, был тихий, спокойный парень, вот, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. 18-19 это легко ему было, точно не знаю, на компьютерщике учился, 4-й курс, под огрубником. Нет, он был тихий, вообще никак бы никто не трогал его. Абсолютно никто. Он вообще никак не трогал. Ну, это же как бы терактом. Двое человек вроде убили, как говорят. Ну, это слухи, но я знаю, что одного убили точно, Леша было бы нечего. Учился на 4-м курсе, спортсмен. Всегда отзывался очень хорошо. Добрый по себе, я даже не знаю, за что его могли так. Ну, вот люди говорят, что убили его. Люди, которые выбегали оттуда, лично говорили, все, его убили. Но я сначала не поверил, но потом уже стало ясно. Да, ну, выскочил на обеде.